Всем привет! Сегодня мы будем открывать классные игрушки. Это мячики такие, которые как клей. Угу. Вот это Соник. Сюрприз той, да? Сюрпризом. Вот это Спайдермен. А это Grocery Gang. У меня уже есть один такой мусорный бак. И в нем попался мне старенькое кресло, а еще кулечек. А сейчас, сегодня мы посмотрим, что там новенькое, да, нам попадется? С конфетками. Угу. И все. А Hatchimals? И Hatchimals. Hatchimals, да? Вот это вот Hatchimals мы тоже откроем. Это Surprise Pack. Посмотрим, кто нам там попадется. Окей. Ну давай, Эдвард, открываем. Сейчас мне нужно просто немножко подобрать. Так. Это картонка, съезжается. Она убирается. Ну, сейчас я открою, мы посмотрим, что там будет. Что будет в первом. О май гуднес, что это? Что это? А ну покажи. Сейчас. Вау. Что это такое? Это... О, вот, вот. Мне попадался вот такой, еще попался, хитрый, по-моему, на другой стороне. Вот он, вот этот. Ага, да. Ага. А ну-ка, ты пока открывай второй. Да, подойди, я должен найти его. А, вот он, вот. А, точно, это он, да? Да, да. Точно, это он. Как его надевают, мама? Подожди. Он из части Stinky Snacks. Ozzy Noodles. Hey, давайте открывать второе. Вот это да! У меня еще этого не было никогда. А ну покажи. Это кто такой? Уточка. А, какая уточка странная. Так. А, вот она. Я на еще нашел. Сейчас. Нашел? Вот она. Тут. А, да, вот она, эта уточка. Spider-Man. That's very cool. Сейчас, чтобы я не держал, я его все равно оставлю. Сегодня очень везет. Знаете почему? Мне попался Соник. Соник попался? А ну-ка давай показывай. Здорово. We got Sonic as a surprise toy.
Here is. Вау, какой красивый. Супер Соник. Ями-ями на Валентайн, да? Ну попробуй шоколадную конфетку. Good one. Это самое мое любимое. Да? Клубничная. Ой, клубничная, шоколадом. Здорово. Ну, это за твои труды сегодня, да? Ох, как он у тебя запакован. Ага, и думаю, что там. Да. They package it so well. Yeah. Ну как, нравится тебе такая игрушка? Да? Найс? Я нынче, я леплю, то не отлепится. А ты можешь из него шарик сделать? Шарик? Ну попробуй. Оно такое жесткое, что даже не надо его крутить. Вот вам чай. Ух ты, а он баунс делает или нет? Он прыгает? Делает? Нет? Нет, немножко. Немножко. Такой классный. Да. Очень приятный на ощупь. Мама. Чем больше ты с ним играешься, тем становится он более мягкий. When you play a little bit more with it, it becoming much more softer. Very nice. Very nice. It's like a stress ball. Yeah. Мама. Ну что, Эдвард, что теперь у тебя еще осталось? Let's open the hatch animal. Hatchimals. Let's open the Hatchimals. Ну, посмотрим, какой у Эдварда сюрприз тут попался. У меня яичко. Яичко там? Да. Вау! Okay, you have to rub.
Ну что, да. Готов? Я думаю, сейчас я буду. Ну давай, потихонечку. Да, получается? Вау! Ну, кто же у тебя там? Кто? Я. Кто? Я что за лялька там у тебя? Что-то там разноцветное такое. Вау! Подойдите! Это маленький тигрёночек. That's a very cool. Слушай, какой хорошенький. И смотрите, у него есть тут крылышки. It's a little tiger with the small wings, silver wings. It's so cool and it's very shiny. Wow. Such a cool toy. Вот это наше яичко, из которого он вылупился. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал. Пока-пока. Thank you for watching. Have a wonderful day. Please subscribe.